Не угомонится товарищ какой-то. Две тимы, кроме меня. Да, один слева сидит вот тут. В комнате, скорее всего. Мертвый. Ой, два хита хороших залетело, типа. Хорош там, но... Вон там еще бегает. Ёпты, тут у нас реально две тимы, ребят. Вот она, Мосинка. Хорошо. Вот там Мосинка должна быть. Не увидел. Вижу. Готов. Что думали, дробовик это шутка какая-то? Так, кто молодой человек? О, F-ка моя залетела. Долу. Сюда. Восьмой, хорошо. Так. Еще один сороковой. Одни сороковые левелы, чат. Нормально, да, дробовик, ребят? Хороший ган. Прям стреляются в этом. Опани. Господи, я аж напугал его. Видели, он стрельнул. Ха-ха! Сорян, чел. Маленький, наверное, уровень. Ну, смотри-ка, 29-й. Он испугался, он выстрелил. И начал по нему стрелять.
А, тут в спортзале крадется. Пойдем удивим его. У, так сказать. Обязательно. Троих. Слева кто-то по мебельному. Там их дофига, блин. Так, пятый есть. Я только думал, что большие левелы, но... Ну, понимаете. А, ну эти-то маленькие, ведь они прям за ручку шли. К этим претензий вообще никаких нету. Вот это их предводитель лежит. Или был, по крайней мере. Я думаю, сидит где-нибудь на втором. Сидит. А вот они, ёптать. Перед нами эти лутеры. Беги, 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 ёптать. Как я так грену далеко перекинул? Вы скажете, ушли или сидят? Блин, за трубой не видно типа. Так, один минус. Где твои друзья, блин? Ага, слышу. Thank you.
Попробуем, знаете, как сделать? Я подойду к телу их типа и начну его типа лутать, чтобы они это услышали и забайтились на эту херню. Так, я полутаю вашего друга, если вы не против. Вот они с этого походу, с меченьки-то и пришли. Хотя хер его знает. Search him. Там осталась ППшка. Он оббегает? С той стороны как будто. Да ладно, ты что, умный чел? Серьезно? Он на выход побежал? Чё? Стой. Хер, пойдем. Интересно же, блин, как играют типы, посмотреть. Че, реально убежал? Ладно. Чё ты, блин, с ними играешь тут, с какой-то хернёй вон бегаешь, фанишься, а они убегают. Чё за люди, блин? Ой. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.